«Чистый воздух Нижнему Тагилу». Тема совещания под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Он специально приехал в наш город с министром природных ресурсов и экологии Алексеем Кузнецовым. Правительством страны поставлены задачи по снижению выбросов в атмосферу. Для этого и разработан федеральный проект «Чистый воздух». Напомню, что Нижний Тагил участвует в пилотном проекте 12 городов по стране. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что есть большие крупные градообразующие предприятия, вы их прекрасно знаете. Да? И сегодня мы обсуждали вопросы еще с 9, которые также входят в общий комплексный план, и послушали те проблемы, вопросы, которые есть. Алексей Шмыков отметил, что задачи мешать работе промышленных предприятий нет, но снижение вредных выбросов в Нижнем Тагиле необходимо осуществить. После совещания первый заместитель губернатора посетил строительную площадку мусоросортировочного завода. Я считаю, что проект перспективный и интересный, и я думаю, в перспективе он получится, ну, наверное, таким эталоном для нашего региона, где мы будем уже тиражировать те решения, которые здесь будут приняты. Новая транспортная развязка на подъезде к Нижнему Тагилу, как считает Алексей Шмыков, также поможет улучшить экологию в городе. Снизится концентрация выбросов выхлопных газов, так как часть автомобилей, в том числе большегрузов, будет уходить на восточный объезд, который проектируется. А еще первый замгубернатора отметил темпы развития нашего города. Много объектов строится социальных, ремонт дорог, участие в комфортной среде, в том числе и озеленение. Пусть не сразу заметный, но вклад в улучшение и облика, и комфорта, и, конечно же, экологической составляющей. Поэтому здесь команде и главе города, наверное, и администрации надо сказать спасибо за активную позицию и продвижение своего любимого города. И еще один объект, который посетил Алексей Шмыков в ходе своего визита – это строящийся цех на Уралхимпласте. То оборудование, которое мы планируем использовать для минимизации выбросов, оно является сейчас самым современным. На сегодняшний день наши немецкие партнеры не имеют такого оборудования у себя на заводах. Евгений Бехгольд отметил, что для очистки воздуха установят газокаталитические конвекторы, которые позволят нейтрализовать производственные химические примеси в выбросах практически до нулевых показателей.